Всем здравствуйте! И я Алена Ведич с очередным прогнозом на следующую неделю с 30 сентября, это последний день месяца сентябрь, и по 6 октября, это воскресенье. Давайте сначала пробежимся по общим меткам именно этой недели. Буду рассматривать с позиции ведической нумерологии и применять пифагорейскую нумерологию. То есть вот такие вот слияния двух древнейших наук, которые работают и по сей день. И мы будем с вами эту тему как раз-таки разбирать уже в прогностике. Прогноз будет общего порядка. По той простой причине, что, ну, сами понимаете, каждого невозможно просчитать. Поэтому имейте в виду, что это общие тенденции, которые будут на нас влиять. И согласно нумерологии каждого, у каждого, увы, проиграется абсолютно по-разному. Для кого-то это будет, ну, как бы ни о чем, а для кого-то прям жестко проиграется. Давайте по общим меткам. Итак, смотрите, что на этой неделе у нас будет. Однозначно будет спор ради спора в понедельник и во вторник. Что такое спор ради спора? Как минимум, если со стороны будут к вам такие вот моменты, что вот ни о чем, спор совершенно ни о чем. А у меня водопровод, а у нас в квартире газ. Вот, то есть, вот что-то типа такого. Совершенно бессмысленный спор. Вселенная будет вас проверять, насколько вы повзрослели, насколько вы действительно понимаете смысл того или иного спора. И это принципиально важно, потому что это проверка от Вселенной. То есть это если вам придет, да, кто-то в виде человека, вот этот самый спор. Ну и, соответственно, и в обратную сторону. Поднимаете ли вы вот этот вот глупейший спор ради спора, где нет никакой смысловой нагрузки? Здравствуйте, я из Казани. О, хорошо, я там был. И? То есть непосредственно то, что я в Казани, значит, нужно приехать как-то в Казань, да, как-то договориться, как-то решить, где мы пересечемся. То есть если два человека разговаривают из разных городов, то для того, чтобы пересечься или какой-то создать консилиум, то либо это офлайн, нужно как-то договориться, как мы пересечемся, в каком городе, соответственно, либо мы будем проводить онлайн, да, то есть такой телемост а-ля. То есть вот это отлавливаете, да, то есть все-таки смысловая нагрузка в этом разговоре, в диалоге присутствует ли, иначе вот, вот такая вот будет бессмысленная какая-то, а я пальцевером сопли пузырями. Окей, а что еще? Метка хвалить себя. Что с этим делать? Во-первых, это метка аж с четверга по воскресенье, да, ежедневно будет с четверга по воскресенье. И эта метка заставляет нас с вами научиться себя хвалить. То есть мы с четверга по воскресенье можем поднять тему, что мне не хватает похвалы. Очень часто это в людях наблюдается, да, то есть вот выполнил как-то работу быстрее всех, как-то сделал какую-то задачу абсолютно быстрее всех и ждете похвалы от руководства. Есть такое дело. От учителя, от руководства, да, то есть от супруга, от супруги. Наша гордыня с вами, она настолько вот сильнейшим образом проявлено, что похвалить другого человека за какую-то мелочь мы прям, ну, вредничаем, ни за что не похвалим. А человеку это надо. Соответственно, человек, который тянет на себя эту похвалу, он недополучил эту похвалу, и возникает обида. А он меня не похвалил. Оно, знаете, оно вот вроде мелочь-мелочь, а вот скапливается, да, такой осадочек остался. Поэтому вот такая штука, да, то есть вам как минимум научиться благодарить и хвалить человека напротив, который, ну, как бы в данный момент хвалится перед вами каким-то своим результатом, пускай даже он супер минимальный. Научитесь его хвалить. Вот прям за мелочь, только главное, чтобы это был результат, да. Мальчиков хвалим именно за достигнутый, за результат. Девочек за то, что она ухоженная, красивая, да, то есть какая-то аккуратная, то есть то, что именно она за собой ухаживает. То, что она сейчас, ну, как-то выглядит шикарно. Ок. То есть для вас научиться хвалить человека. И, соответственно, научить себя хвалить. А вот это вот принципиально важно. Потому что, в принципе, в психоматрице у людей довольно-таки часто встречается вот такая метка, что научиться себя хвалить. Я это знаю четко по себе, потому что всегда мне казалось, что я должна чего-то достигнуть, чтобы получить похвалу. Нет, девочки себя хвалят только за то, что она ухоженная и красивая. Это слишком мужская позиция, чтобы получить похвалу за то, что что-то сделала.
Понимаете, тут похвала, насколько вкусный, допустим, ужин, насколько красивый получился, эстетичный этот ужин, да, насколько я поухаживала за собой и прочее, прочее. Вот и за этим, девчонки, сами себя и хвалите, да, насколько вы вложили в душу в то, что готовите, насколько вы вложили в душу, когда за собой ухаживаете, когда подбираете какой-то наряд, гардероб и прочее, прочее. И вообще прям сногсшибательная такая штука, встать перед зеркалом, да, понятно, чтобы никто уж не видел, это пока что для начальных уровней, и элементарно покосоваться на свое тело. Если оно что-то где-то не нравится, то возьмите себе на анализ, да, где нужно поправить свое тело. Возможно, где-то нужно умерить свое питание. Возможно, где-то увеличить какие-то физические нагрузки. Возможно, нужно какие-то ухаживающие маски, ухаживающие какие-то процедуры. Да, куда-то, может быть, на маникюр-педикюр сходить и прочее, прочее. То есть вот так вот, девочки, себя хвалим, да, и анализируем. А ребята, хвалим себя перед зеркалом не за то, что ты красивый, да, какая у тебя там, какой у тебя там чубчик шикарный, или как у тебя там борода, насколько побрита, не побрита, а за то, что ты что-то сделал. Что-то сделал. Не то, что ты пошел бороду побрил, а то, что ты именно реально что-то сделал. Сделал для своей супруги, сделал для своей женщины, сделал для своей мамы, сделал для своего ребенка. Сделал для того, чтобы твой финансовый успех был выше, чем, как говорится, был вчера. То есть какие шаги ты именно сделал для того, чтобы у тебя было финансовое изобилие, какое-то благосостояние. Окей, вот такая вот меточка хвалить себя. Я буду периодически отводить назад, что в начале нашего эфира об этом было, и поэтому просто применяйте. Дальше будет дважды за неделю, в четверг и воскресенье, меточка «Золотые руки». Что это такое? Данная меточка говорит о том, что, естественно, нужно применять ручки. И эта меточка, сейчас посмотрю. Ага, и воскресенье, и в четверг эта меточка, говорящая о том, что не исключено, что вам может быть даже по судьбе заняться каким-то массажем. Вот прям на самом деле массажем. А не энергетическим, да, каким-то там вот эти вот всякие краниосогралки и так далее, а именно что-то помассировать. Может быть, даже придет какой-то человек, которому потребуется ваш массаж элементарно, да, то есть как-то шею помассировать, плечики ему помассировать, руку в конце концов размассировать. И попробуйте это, попробовать свои руки, насколько они у вас реально сработают, потому что знак «Золотые руки» — это все, что применяем мы руки. Одно дело массаж, другое дело руки вообще для какого-то творчества, да, то есть тут не говорит речь про пение, тут больше речь о том, что мы руки применяем, да, то есть шитье, столярка, да, то есть краснодеревье, если это мужчины, что-то плести, что-то лепить, то есть именно с применением рук. Возможно, это какое-то кулинарное искусство, именно искусство, потому что золотые руки — это не про бытовуху, да, то есть, как я все время говорю, есть столовая, а есть ресторан, соответственно, золотые руки применяются только высшего пилотажа. Это именно прям, ну, искусство. Ну, как еще скажешь, искусство. Что еще будет? Применяйте, то есть вот я вам к чему, что золотые руки два раза на неделю проиграются. Будет в четверг и в пятницу меточка «Лень». И что с ней делать? А лень не всегда плохо, кстати, о птичках. И тут реально нужно будет анализировать, да, то есть потянет вас на какую-то ленность. И эта лень для чего? Либо вы уже, ну, скажем так, перепахались, да, либо, ну, пропустили важное, да, и вот что-то делаете, 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 а важное пропустили. И вот эта вот лень, она набрасывается, чтобы человека тормознуть, чтобы откинуть назад. Так как 13 сама себе меточка лени в сумме дает четверку. Четверка — это как революция. И революция — понять что-то очень важное. Четверка — очень сильно интуитивное число. И наверняка будут какие-то моменты, которые нужно было считать, эту интуитивную подсказку. Но из-за того, что четверка, она прет и прет, как революционер, пропустила, значит, вот эту подсказку. И поэтому накидывается та самая лень. Что делать с этим? То есть непосредственно в четверг и в пятницу нужно прислушиваться к своей интуиции. То есть в тот момент, когда вы реально почувствуете некую, ну, хочу полежать, хочу отдохнуть, надо как-то полениться, это значит, вам подсказка: вернись назад, где-то ты что-то пропустил, что-то как-то тебя унесло совсем не туда, куда надо. Угу. Вот для чего это лень. Не то, чтобы поваляться, поспать, подрыхнуть, а может быть и поспать, и подрыхнуть. То есть у каждого она совершенно по-разному может проиграться. Окей. Дальше. Меточка 15.6. Очень опасная метка, но и в то же время спасительная. Это метка вот на грани, когда вы можете довести свое состояние до какой-то
опасной границы. Это как физиологического плана, да, физического, то есть, ну, что-то такое прям, ну, связанное со здоровьем. И это может быть именно психологического, да, вот, то есть какое-то нервное расстройство. Но это только довести до какой-то грани, насколько ваше физическое тело и психическая составляющая это выдержит. То есть вам кажется, что все, ну, прям с ума сейчас сойду, да, то есть психушка по мне сейчас будет плакать. Или, не дай боже, где-то там, ну, более такие опасные вещи. Но это именно прям до, за шаг до. Потому что дальше стоит меточка 6. 6 – это то, что мы можем сами себя исцелить. Вовремя одуматься, очнуться. Что ж я делаю? Сейчас мне будет плохо. Да? Вот такая вот классная меточка. Это будут обязательно для вас классные опыты. И они, да, проиграются как новые опыты оба. Для того, чтобы сделать выводы. Как себя не доводить вот до состояния до. Угу. Ок, дальше. Еще будет меточка 14-15. Да, то есть вся неделя. Да, скажем так, любой из дней обязательно какие-то меточки проигрываются. Редко, когда меток никаких нет. Все равно какая-нибудь метка-то проигрывается. То есть мы сюда пришли, как душа, пришли за опытом. И каждый день как урок для нашей души. И каждый урок для чего-то небольшого, но шага. Ага, я вот это понял. И хуже, если мы не делаем эти выводы, да, то есть если мы для себя вообще не оставляем никакого вывода, не анализируем ничего, то тогда эти метки все, знаете, как снежным комом будут копиться, копиться, копиться. И в один прекрасный день, ближе к 42 годам особенно, все вот эти вот не проанализированные моменты, они очень сильно ударяют. Ну, прям очень сильно. Ну, очень. Я через это прошла, поэтому и по тонне консультации понимаю, что действительно у людей в 42 года происходит вот этот вот, ну, прям жесткость какая-то. Ок, итак, 14-15 меточка, это будет в понедельник уже, и в субботу две меточки. То есть в понедельник, ладно, она как опыт прошлых дней вас заставит вспомнить, где-то в прошлых днях вы это про это уже почувствовали, а в воскресенье оно у вас проиграется, нет, в субботу, а в субботу оно проиграется как именно новый опыт. Итак, что такое 14.5? Это перенаслаждение своего тела, насыщение своего тела какими-то удовольствиями. Удовольствие бывает, естественно, разного порядка, да, это, но по большому счету какие-то зависимости. Зависимости, обжорство, а чем независимость, да, сумасшествие, допустим, ну, допустим, ну, что еще можно своим телом говорить? Ну, пирсинги, пожалуйста, да, то есть украшать свое тело. Еще какие могут быть удовольствия для своего тела? Кто-то с ума сходит с тренажерными залами. Настолько, ну, как бы вот перезанимаются, что потом не то, что ходить, да, или там посмеяться, что тело просто кричит «help me», ты хозяин, ты зачем меня так мучаешь? То есть 14.5 – это метка, которая говорит, что… перенаслаждение. То есть, ну, кто-то любит именно накачать эти гантели. Есть такие люди, реально есть. Или, допустим, какой-то экстрим. Ну, вот обожают гонки те же самые, да. Или лазить по горам. На минуточку немножко тема такая будет более тяжелого порядка. СВО, ребят, столько, громадное количество мужчин, уж ладно, общей фразой скажем, мужчин, которые рвутся вот в этот бой. Ну куда, да, то есть тоже, я не к тому, что не нужно это делать, а к тому, что все равно какое-то, ну, чувство безопасности должно присутствовать, и какая-то мера должна, да, патриотизм, да, родину надо защищать и прочее, прочее, но тоже не переигрывать. То есть наслаждение вот от этого экстрима, да, вот какого-то адреналина, наслаждение в сексе, вуаля, тоже есть такие красавцы. То есть любое перенаслаждение, кто-то любит вот эти вот массажи, кто-то любит именно какие-то ухаживающие маски, да, то есть кто-то ботоксы на минуточку, тоже все, что химического порядка, оно точно для здоровья, увы, не полезно. Кто согласен, кто нет, ставьте лайки. Ок, то есть это меточка для того, чтобы получить очередной опыт, что для вашего тела ценно, а что нет. Ну вот, например, у меня есть такая меточка лично, и для меня любая косметика, это прям зло-зло. Я не могу потом ходить с этой косметикой, у меня глаза вздуваются. То есть что хоть усьма, что ли, это есть, или какой-то есть грифель для глаз, чтобы подводить, но он размазывается безобразно, и потом еще хуже аллергии происходит. То есть для меня проще вообще не краситься, слишком хороша и так. То есть, ок, вот такие меточки обязательно наблюдаем, да, мы люди взрослые, иначе это аукается после 42, особенно, то есть вот в этот перевалочный момент 42 года, а до 42 лет мы должны уже, ну, повзрослеть хорошо.
Во вторник и среду будет меточка 11.2. Да, во вторник она такого прям легкого порядка, скажем так, флер некий, как наметки, потому что, помните, да, я в прошлом своем говорила, что в воскресенье это была метка серьезно. Соответственно, может именно что-то такое навеять с воскресенья. Это будет во вторник и будет в среду. Да, в среду она уже проиграется прям тщательно и сильно. Что это такое? 11.2 однозначно, каждое число 1 это мужские энергии, а 2 это, увы, женские. И вот знаете, вот такое противостояние, то ли мужское, то ли женское. Каждая единичка, она подтянет на какие-то лидерские качества, на какие-то лидерства, на какие-то, знаете, такие царские какие-то моменты, то есть лидерство в смысле «я командир и все за мной». Для женщины это не комильфо. Вести за собой семью — это не женская роль. Если вам нравится, не вопрос. Как говорится, консультации всегда будут актуальны для женщин, которые потом ищут свое счастье. Если вы все-таки задумываетесь, а в чем мое счастье, если для вас счастье тащить на себе и мужа, и своих детей, и все это, всю семью обеспечить, не вопрос. Пока это ваше время, потому что это опыт. А если вы наконец-то одумали, что я не хочу больше тащить эту семью, и хочу быть женщиной, женственной, мягкой, какой-то, ну, капризной, да, кокетливой, красивой и прочее-прочее, то 11 для женщин – это все, что как поддерживать свой статус женщины. Вот так, девчонки. То есть вот это вот 11.2, то, что кричат, это лидерские и так далее, это для женщины только для того, чтобы организовать свой статус женственности. Статус. Либо, да, знаете, для мужиков – бабы, для мужчин – женщины. А для кого-то? Девочка моя, даже в 50 и в 70 лет. Вот вы кто? Я не к тому, что надо скорее бантики прицепить, чтобы быть девочкой, а к тому, чтобы быть вот этой вот мягкой, какой-то женственной. Да, может быть, и уметь, естественно, порой отстаивать свои границы. Да? Нравится, не нравится? Мне не нравится, как ты мне говоришь грубо со мной. Говорим один раз, как говорит Лобковский, и уходим. Если мужчина не слышит с первого раза, все, это не ваш мужчина. Потому что дальше уже будет повторение. Все, окей, 11.2 – это метка. Вспомнить свою природу. Мужчинам, что они мужчины, женщинам, что они женщины. Это раз. Во-вторых, 11.2 – она сильно за масштаб. Масштаб какого-то, ну, такого для человечества. Для мужчин не исключено, что расширить свои знания мужского качества, возможно, там чем-то они занимаются. А для женщин, соответственно, расширить свои знания, как стать женственной, как стать красивой, ухоженной, да, как вообще ухаживать за собой. Возможно, открыть наконец-то какую-то бьюти-сферу. Возможно, вы, ну, имеете такие миссионерские дары организовать для женщин вот эту самую, ну, классную такую штуку, как быть ухоженной, подумайте. Сюда же именно как грамотно и красиво одеться. Ой, сплошь и рядом. Это же вообще, это, девчонки, это реально больная тема, чтобы женщины не ходили как бабушки, да, даже в 50 и в 60 лет, а чтобы они современно, моложаво выглядели. Ок? Подумайте вот над этим. Что в минусе может быть при метке 11.2? Это нытье, да, двойка – это все, что касается нытья, капризы, рыдания, ну, такое вот, сопли, слюни, скандалы, вопли, в общем, ничего хорошего. Все, что вот этого касается. Поэтому я вас сейчас предупредила в начале эфира, в начале урока, в начале видео все перебрала. А дальше уже просто мы разберем, метка такая, и вы будет отсыл на начало. Ок. Хорошая метка. Кстати, еще важная метка, да? 11.2 всегда говорит о том, что миссия. Миссия. А кто ты по миссии? Что, какое твое предназначение? Зачем ты сюда пришел? Если у вас такие вопросы возникают, как бы не вопрос, астрологи, нумерологи вам в помощь, каждый вам поможет и расскажет, в чем ваша миссия. Если вы понимаете уже, вот на что вас тянет, на что, на чем у вас прям, ах, как душа раскрывается, а вы еще сидите на ненавистной работе, то не исключено хотя бы начать это как хобби. То есть это вот в эти дни начать как хобби. Если это хобби моментально разовьется, то имейте в виду, это и есть ваша миссия. Я сейчас не про профессию ни разу, а про то, что вот именно миссия. Давайте я вам просто объясню.
в свое время я знать не знала, что моя миссия это учительство. Вот знать не знала, мне казалось, что если я буду учителем, я поубиваю всех учеников. В итоге я всю жизнь проработала бизнесменом, у меня была своя торговая точка, но тем не менее, когда я стояла сама за прилавком, были такие моменты, естественно, и покупателям, мне смысл был не продать, а рассказать, для чего эта лампочка, подобрать правильную лампочку, как это, ну, я просто про лампочки. Оказывается, вот, это и есть миссия, представляете? То есть вы продавцом можете быть все, но у каждого своя миссия. Кому-то красоту донести, кому-то глубину рассказать, кому-то вот эту хитрость предпринимательскую применить. И скажем, ой, у вас какие-то лампочки все неаккуратные, а я сейчас вам бантик, ой, бантик завяжу. Все, вот это вот какая-то предпринимательская жилка и так далее. То есть у всех миссия своя. И обратите просто внимание, как вы выполняете свою работу. Угу. Вот такая вот классная метка, и очень многие срубаются на этой метке, увы и ах, но тем не менее, слава тебе, Господи, век интернета, тонны консультантов, которые смогут вас, вам вот подсказать вашу миссию. Окей, и меточка 10.1, я вам так скажу, весь октябрь, десяточка будет проигрываться, да, 10 месяц октябрь, и еще проиграется во вторник, прям метка 10.1. Это хорошая метка, это возможность получить навык компромисса. Что такое компромисс? Да, это когда каждый из сторон двигается в своих приоритетах. Не так, что в одни ворота, а каждый. Мне удобно в 5, а мне удобно в 8. Так, как быть? То есть 8 мне неудобно, а ему неудобно в 5. Соответственно, либо другой день, либо двигаемся как-то так, чтобы было удобно. Мне в 7 будет не очень удобно, но я смогу. Так, в 7, ну, мне, конечно, не очень удобно, ну, ладно, я сейчас переиграю. Все. То есть вот и есть компромисс. Каждому не супер удобно, но каждый подвинулся. Соответственно, весь октябрь будет у вас под девизом, как найти этот компромисс. Это раз. И во вторник то, что она проиграется. Еще что такое именно октябрь? Я уже перехожу на следующую тему. Октябрь для нас, для всех, это что-то под числом 1, потому что 10 это в сумме дает единичку и 0. Девчонки, мальчишки, дело в том, что 0 – это высший пилотаж, меточка в нумерологии. 0 – это всегда пендаль, такой волшебный-волшебный пендаль. Либо наверх, либо вниз. Это такое суперускорение. Смотрите, то, что я вам говорила, в сентябре девятка – это был какой-то завершающий период, да, чтобы скорее-скорее что-то доделать. Да, как-то быстрее-быстрее довести недоделанное до результата. Если в сентябре что-то не доведено до результата, то в октябре, 10-й, да, оно пойдет у вас, ну, как бы, не то, что обнулиться, а то, что как новая задача. И там, считайте, хвост, да, если не доделано, и здесь уже новая задача, единица – это всегда что-то новое. И что делать-то? Сложно? Но кто сказал, что будет легко? Мы же все души сюда пришли за уроками. Ты представляете? Раз домаху не сделал, два домаху не сделал, 9 домаху не сделал. И тебе так говорят. Так, урок по второму уроку, где домашка? Нету. По третьему уроку, где домашка? И вот, понимаете, вот вам октябрь. У вас 9 невыполненных домашек. И учитель спрашивает, да, там сверху какой-то некий учитель. Так, Иванова Петрова Сидорова, где домашки за 9 месяцев? Ну что? Вот вам новое домашнее задание. Вот прям за месяц, все 9 месяцев, которые мы не доделали, бегом, компромисс, да, двигаемся, толкаемся. Вот он самый компромисс. А компромисс найти возможно. И у нас этот компромисс уже во вторник. Во вторник это будет прямо, да, метка нового опыта, свежая. И как вариант, пожалуйста, доводите до конца. Есть эта меточка. Прям сразу же в первый день октября. О, вообще, то есть нам в помощь. Ок. По меткам пробежалась, по октябрю пробежалась. Что еще? Октябрь. Ну, то, что вот волшебный пендель сказала, то, что компромисс, то, что бегом как бы новое задание. Но задание прям, ну, как-то умудриться за один месяц все 9 месяцев догнать. Поехали по порядочку. Смотрите, какой сложный у нас будет понедельник. Довольно-таки сложный. Ну, во-первых, понедельник – это день Луны. И Луна – это все, что о заботе. Забота, в первую очередь, о себе любимой. Ну, и, понятно, Луна – мама. Если вы за выходные забыли позвонить маме, навестить маму, то понедельник всегда – это не просто вот именно 30 сентября, а всегда понедельник – это то, чтобы вспомнить про маму, позвонить, рассказать, как у вас дела, чтобы мама не беспокоилась, какая бы вы взрослой не были.
Если мама, она всегда мама. Если мама уже нет, да, ну как-то помянуть маму, поблагодарить маму, да, за ваше воплощение. Какое бы ни дала она воспитание, все равно поблагодарить маму за то, какая вы сейчас есть. Если сложная была мама, да, сложные отношения, благодаря этим сложным отношениям вы сейчас вот такая, такой ли. Ок, то есть про маму сказала, про заботу о себе сказала. Теперь смотрите, какая штука. Да, низшего пилотажа – это позаботиться о себе любимой, более высшего пилотажа – о ком, да, то есть вот как минимум о маме, как максимум о человеке, который с вами сейчас контактирует. Ну, как-то с заботой. Не в смысле пойти ему тут это волосики поправить, воротничок подвернуть, а именно с заботой, чтобы не навредить этому человеку. Меточка 30-е число, нолик. 30-е. То есть, опять-таки, волшебный пендаль либо наверх, либо вниз. Такое турбоускорение. Троечка – это все, что касается юриспруденции, это все, что касается каких-то иностранных языков за границей, это все, что касается семейных ценностей, это все, что касается финансового благосостояния. Что, на что вас прям потянет именно в понедельник, тут уже, естественно, у кого что болит. Понятно, что будут в приоритете семейные ценности. Понятно, что как-то вопрос станет именно такого порядка, как финансовое благосостояние, какая-то защита, да, в виде юридических документов. Все это может стать, может быть, мысли, то есть за границей, да, возможно, возникнут мысли, что-то связанное с заграницей, да, может, там, скажем, друзья, родственники живут за границей, и вопрос именно, может, вы захотите, наконец-то, взять путевки за границу. Вот все, что именно 30-е, но имейте в виду, это что-то прям большое, либо прям, ну, хорошего порядка, либо падение вниз. Вниз падение – это все в зависимости, все, что связано с зависимостью, это кредиты, это игры, игромания, и это шопомания, то есть в зависимости не алкоголь, порядка, сейчас посмотрю, и алкогольного порядка тоже в этот день будет. Оно как бы не к тройке относится, немножко к двойке, но тем не менее тоже проиграется. То есть любые зависимости. В общем, день тяжеловатый, осторожно, потому что два вот таких волшебных пенделя в виде нуля. Так, что еще? 20.2, вот оно, прям будет судьбоносная меточка. Это все, что касается заботы о теле. Мало того, что в понедельник, да еще и судьбоносная метка. Ну, по судьбе, вот 20.2. Поэтому... Возможно, заставит вас наконец-то призадуматься. Вы вообще за своим телом-то ухаживаете? Угу. Как ухаживаете? Я не в смысле пойти скорее на массаж, а в смысле, ну вообще просто уход. У каждого своя мера. Я не могу сказать, что только так, так и так правильно. У каждого мера своя. И она правильная на здесь и сейчас. Через какое-то время вы поймете, было это правильно или неправильно. Но вот сейчас любое ваше мнение, оно правильно. И никто не вправе вам указывать, что важно, что не важно, и что нужнее и не нужнее. Так что потом вы только поймете, этот опыт был вот сейчас правильный или неправильный. Никогда не корите себя за то, что какая я дура, там не дура, сделала неправильно. Нет, это был шикарный опыт тогда, потому что только сделав то или иное, вы понимаете, ах вот, теперь я понимаю, потому что, так сказать, на собственной шкуре это все испытала, насколько это благоприятно для меня или нет. То есть послушать каких-то, я не знаю, умные мысли чьи-то, это хорошо. А для себя, пока вы это не испытаете, вот сколько раз не слушай, чужой опыт – это чужой опыт. А вот на себе вот шкурка-то ближе, понятней. Ну, вот как-то так. Ок, вот такая меточка. И меточка 14.5, которую я вам объясняла. Листаем начало. Спор ради спора, меточка, энергия 4-бальная, как уже в одном из видео говорила, начиная с 2020 года, 2-бальная энергия всегда будет нас колбасить, поэтому то, что 4 балла, это очень хорошая энергия, она стабильная, 4-бальная, да, то есть четное число, говорящее о том, что научитесь делиться энергией, научитесь изучать позитивную энергию, ну, как бы время такое пришло. Больше здесь никаких серьезных меточек нет, да, то есть давайте по порядку, у нас есть колесо гармонии, там есть сектор здоровья, да, все, что касается настроения, нашего здоровья и так далее, для здоровья, ну, понятно, все, что луна, да, меточка 20.2, это говорящее о том, что на здоровье вас точно потянет, да, выбирайте уже куда, либо в истерике, нытье и скандалы, либо с заботой о себе и окружающих. Дальше там сектор про какие-то отношения, больше романтического характера, да, мужа женские. Понятно, троечка – это однозначно мужеженские отношения. Про романтику – это двоечка, поэтому все чудесно. Как говорится, берем и пользуемся. Тут двойка за романтизм больше, ну, такая нежная, чувствительная. А тройка – она за семейные ценности. Не исключено, что в понедельник вы наконец-то сможете договориться, а так как спор ради спора, меточка, да, осторожнее, вот это вот, ловите момент, что там мужчина ваш пытается доказать, что он не пришел потому что что?
Если мужчина хочет, он не будет с пеной у рта доказывать, что он не мог. Он просто сделает и все. Окей. Мужчину судим по поступкам, даже если их и нет, это тоже поступок. Антипоступок. Соответственно, ну, нравится вам такой мужчина? Берем. Не нравится, наконец-то, так сказать, мозги с пяток до головы поднимаем. Ок. Что дальше? Там дружеские отношения, коллеги, враги, друзья. Тройка она за дружбу, двойка за отношения. Поэтому обязательно что-то проиграется в понедельник. Карьера, там карьера, дальше доходы, сектор, это тройка, однозначно, она заставит карьерный рост. Возможно, призадуматься так и про доходы-расходы, саморазвитие, сектор. Тройка по высшему пилотажу, она очень-очень за знания. Знания, не исключено, что вам даже предложат в понедельник получить какие-то добавочные знания. Платные, неплатные, тут уже десятый вопрос. Тут самое главное, что ловите момент в понедельник, какие-то знания обязательно будут. Ну и все, что духовности касается. Тройка – это духовный наставник, гуру, учитель, да, высшего пилотажа. Возможно, что-то какого-то именно духовного порядка будет. И есть сектор яркость жизни. Яркость жизни. Осторожнее с зависимостями. Просто поосторожнее, пожалуйста. То есть благосостояние – троечка. Все, что семейные ценности – троечка. А вот зависимости – троечка – это в минусе. Все, окей, едем дальше, а то мы уже очень долго застряли. 1 октября – вторник. Вторник. Ребят, жесткий день, надо сказать. Мало того, что это Марс. За вторник всегда отвечает Марс. И Марс, он любит экстрим, драйв. Какие-то, знаете, жесткие такие вот... Мне бы сейчас коня и саблю, порубаю всех винегрет. Осторожней. Любит Марс до победы доводить. Хоть на коленке, хоть как-нибудь. Но главное, чтобы победа, да, по головам пройти. Это, конечно, в минусе. Поэтому повнимательнее. А вообще Марс по высшему пилотажу – это помочь тем, кто упал духом. Кто пал духом, позитивом, какой-то поддержкой. Не тот, кто заболел, не тот, кто просто устал, а пал духом, у кого депрессия начался. С тобой поговорить? Ты хочешь, я с тобой поговорю. Мне помолчать? То есть это вот такого порядка. Окей. И понеслось очень много единичек, да, то есть вот уже первая меточка 11.2 в начале, все, что я вам объясняла. 10.1 – это компромисс, то, что я вначале говорила. И есть меточка дважды восьмерка. Восьмерка – это за трудолюбие, за самодисциплину, за самоконтроль. Меточка из прошлых дней. То есть она заставит вас вспомнить, а как вы в прошлых днях этого воплощения, да, смогли себя организовать, заставить. То есть это не про аскезу, там через, знаете, не хочу, как это, мыши плакали, но кололись, но продолжали грызть этот кактус, а именно найти, как себя устаканить, дисциплинировать, да, то есть самоорганизовать так, чтобы это было и приятно в том числе. Либо в минусе это может проиграться обидой. Мантра Оша. Почитайте. Мантра Оша. Это не про Ом Рам Хари Кришна Кришна Рама. Нет. Там все очень-очень даже с таким, знаете, с юморным подтекстом. Почитайте. Я такой важный индюк, что вот себе допустил. И так далее, и так далее. Почитайте. Я своим ученикам прям рекомендую повесить на стену, чтобы периодически вот с этой обидой бороться. Когда вы вот поймете, что вот эта обида, это такая ерунда, вы вырастете, однозначно вырастете. Окей. Так что про вторник мы уже все сказали. Тут есть, знаете, меточка, четырехбальная единица в психоматрице, говорящая о том, что это не золотой характер, это такой твердый характер. Не исключено, что во вторник, ну еще и марсианский день, на минуточку, вас потянет наконец-то, ну, показать твердость своего характера. Наконец-то прощупать. А если я так скажу, что будет? Представляете, там начальнику, который сидит у вас на шее, взять и сказать, нет, это не входит в мои обязанности. Для многих это настолько сложно. Это просто вообще убийство какое-то, самоубийство. Попробуйте. Вы не поверите, я просто всегда была начальником многие годы. И когда мои подчиненные в редких-редких случаях умудрялись такое мне сказать. Поверьте, это не то, чтобы ну-ка иди сюда, а то, что о, растет, молодец, давай подумаем, где можно тебе зарплату поднять, ну и так далее.
Так что поверьте, если человек начальник, не наемный начальник, а сам на себя работает, и он здравомыслящий, он однозначно прислушается к вам. Попробуйте, попробуйте. Вот такая меточка. Энергия двухбальная, очень все спокойно, хорошо, поэтому пользуемся. По сектору пробежаться, потому что я делаю маленькие рилсы, они мне потребуются, простите уж, пожалуйста. Итак, здоровье во вторник будет... Повнимательнее обратите внимание на глаза. Что-нибудь может с глазами быть, да, в упор не вижу. Возможно, там, скажем, как-то со зрением что-то произойдет. И... Но оно вот как бы не про здоровье ни разу, вторник. Настроение больше... Что-то как-то вот меточек мало про здоровье касающееся. Такое ощущение, что здесь не до здоровья будет. Здесь единственное, что вот именно с обидой связано. Если в обиду, да, в обиженку броситься, то настроение точно будет просто под плинтусом. Вот здесь вот повнимательнее с обидой, и тогда с настроением будет все в порядке. Компромиссность, да, то, что можно найти. Соответственно, главное, чтобы осадочек сильно не остался. Потому что компромисс, да, это же подвинуться в своих интересах. То есть повнимательнее как бы свои интересы уже совсем не разрушить. Насколько ваши интересы сильно задеты или не задеты. Иначе, вот только вот в таком случае. Романтизма, ну, вообще нет. Прям вот вообще ни одной меточки. Сложно будет романтику продавить во вторник. Тут единственное, только какой-то компромисс. Давай я тебе 3 розочки принесу. Ну, я люблю полянку. Давай 3. Ну, хорошо, 5. Я так люблю полянку. Хорошо, давай ромашки, но зато полянка. Я к примеру. Только вот таким образом романтизм. А дружеские отношения или какие-то с коллегами, это все, что с компромиссом связано, да, и главное, чтобы не до обиды довести. Вот для карьеры 11.2, 10.1, да, первое число, это все, что связано, лидерские какие-то свои качества, да, какие-то позиционирования себя статусно, да, девочки, мы себя статусно позиционируем, то для карьеры отлично. Для доходов, расходов, ну, какой-то компромисс, главное, чтобы дисциплинировать себя и не уходить в обиды, да, попробуйте компромисс, а как вам сказала, подойти к начальнику доходы, расходы. Яркость жизни. Ну, поверьте, если вы подойдете к начальнику сказать про зарплату, это будет очень яркий день для вас, однозначно. Окей. Так, яркость, я сказала, саморазвитие. Ну, а почему не саморазвитие? Попробуйте это, взять и такую вот компромиссную штучку. Однозначно саморазвитие. Главное, что анализируете, где как получилось. Ну, и духовность. Восьмерка, она тоже как бы за духовность, больше именно духовность такого, самоконтроль, самодисциплина. Ну, скажем так, поменьше болтать, такую аскезу взять, не трындычи. Я не болтаю, а дело говорю, да, смысл, поискать смысл. Ок, все, пошлите в среду опять. Про Меркурия сказала, что товарищ там такой малый, вот про яркость жизни в среду смело можно использовать, потому что он юморной, ему все интересно маленькому, и в среду поэтому могут произойти какие-то, ну, такие легкие события юморного характера, то есть шутки какие-то и прочее. А что еще? Двоечка, второе число. Двоечка, она опять-таки за заботу, поэтому применяем заботу либо для себя любимого, либо заботой об человеке напротив. 11.2 на минуточку, да, помню, я говорила, и она будет по судьбе, это новый опыт. Назад отлистываем и смотрим, что такое 11.2, и, как говорится, применяем. Также еще стоит меточка 2 семерки, день удачи, ребят. Это опыт, то, что с прошлых дней, говорящий о том, что... А вы поймали свою удачу за хвост? Именно 2 октября будет момент, когда... Не пропустить свою удачу, потому что такое дежавю будет. Ой, что-то похоже было, вот как-то. Так-так-так-так, не упустить надо шанс, да, там какой-нибудь чувак стоит, выступает, рассказывает, а вы мимо прошли. Ну-ка, иди-ка сюда, что там говоришь, что глаголишь-то? А, слушай, чувак, да ты умный какой, ну-ка, я тебя послушаю. То есть обязательно вот эту вот удачу не пропустите, я к примеру говорю, я, естественно, говорю к примеру. Возможно, там, ну я не про лотерею ни разу, да, 3 есть. Поэтому осторожно с зависимостью в игроманию, поэтому не про лотерею ни разу, не про кредит ни разу. Тут больше за знания, потому что 3 это как бы предназначение самого дня, и 3, помните, да, то есть семейные ценности, это какая-то юриспруденция, это какие-то заграничные вещи, это все, что знания касается, это все, что там еще-то, что я сказала-то? Семейные ценности, юриспруденция,
финансовое благополучие, защита, иностранность, какие-то иностранности, либо за граница, либо языки. То есть что-то туда где-то и удача может и произойти. Но причем удача, которая уже была, что-то подобное дежавю. Не упускаем. Ну и метка 11.2, ребят. Ну вообще среду для себя возьмите, как что-то важное должно произойти. Не пропустите. Угу. Не пропускаем. Энергия четырехбальная, все чудесно. Силы хватит и свою удачу за хвост поймать. Есть метка золотого характера. То есть у вас есть, будет возможность понять, а в чем же ваш золотой характер заключается. Угу. Ловим этот момент. Про удачу сказала. Так, здоровье. Ну, соответственно, коль здесь и Меркурий работает, он такой, ну, как-то вот, знаете, подвигаться, пошевелиться, побегать, попрыгать, поскакать. Поэтому настроение применяем более, ну, такого позитивного детского восторга. Настроение оно сюда же пойдет. Ничего никуда переводить не надо на физические какие-то нагрузки, слава богу. Дальше романтизм. Ну, двоечка она за отношения однозначно. Причем она и по природе своего дня, и по судьбе проиграется. Поэтому романтизм отлично проиграется. Как говорится, свидание можете назначать. Угу. Для отношений с друзьями, коллегами, естественно, тоже хорошо. Двойка она за любые отношения. Хорошечно. Ага, знаете, какая штука? Когда троечка есть в минусе, и, кстати, коль семерки проиграется, это что-то таинственное, это что-то может повториться, вот это самое дежавю. А семерка это какая-то может открыться тайна из прошлого, тоже как вариант. А тройка в минусе, это если вы своевременно где-то накосячили, ну, в свое время, естественно, то сейчас может вылезти вот этот косяк, как в отношениях мужеженских, как в дружеских, так и в любых отношениях, связанных с изобилием и финансами. Что это может быть, да? Треугольники, например, или то, что ваш любимый мужчина уже давным-давно не ваш. Ну и так далее. То есть осторожнее, повнимательней. То есть может быть даже вот такой момент, что а твой муж точно не гуляет, да, любимый там подруг выдаст такой первый. Почему бы и нет? Повнимательней. То есть я не к тому, что разобраться, но какие-то вот вопросы не исключено, что придется решать. Ок, ок. Так, дальше. Яркость жизни однозначно, да, то, что Меркурий, он за яркость, поэтому может спокойно за... Что там у нас еще в секторе? Саморазвитие однозначно. Меркурий, он любит знания, духовность он любит. Да, среда хороший день абсолютно для всего. Будь это финансовый, карьерный, для всего. Отличный, хороший день. Берем на заметку, пользуемся. Чудесный, благоприятный день абсолютно для всего. Окей, едем дальше. Четверг, Юпитер, 3 октября. Что у нас здесь? Знак «Золотые руки». Назад отходим, пользуемся. Но этот знак, то, что вы уже знаете, в чем прелесть ваших рук. То, чего вы умеете делать. Скорее всего, потребуется применение этих рук. Знак 13.4, лень. Опять-таки назад отходим и смотрим, что такое. Троечка опять, да, шлейфиком идет. Обратите-ка внимание, вот этот шлейфик на этой неделе уже третий раз. Да, и четвертый раз там будет проигрываться. Все, что Меркурий, все, что... Ой, Меркурий, говорю, все, что Юпитер, день Юпитера, третье число Юпитер, по судьбе число тройка, что-то очень сильно юпитерианское проиграется у нас в четверг. В четверг Юпитер, все, что касается финансового благосостояния, все, что касается юриспруденции, защиты прав, все, что касается благосостояния семейных ценностей, юридического права, знания, что-то иностранное, языки какие-то, за границы, да, все именно в четверг проиграется. Что еще? Знак «Золотые руки» я сказала. Ну и метка 13.4. И поехали по секторам. Все, что именно настроение, здоровье. Ну, благосостояние однозначно, это по здоровью, однозначно. Поэтому применение, возможно, потребуется какие-то знания для того, чтобы понять, а как за своим здоровьем следить. Романтизм. Он не сильно проявлен, этот будет романтизм, сколько семейные ценности. Вот это можете в четверг применять, какие-то разговоры про ценности в вашей паре. Про дружбу. Защита каких-то дружеских отношений.
разборки, может быть, каких-то дружеских отношений. Разборки такого слабого порядка, но хотя бы понять. Но, во всяком случае, меточка лени имеет место быть, а четверка, она как революционер. Не исключено, что будет какой-то прорыв в паре, допустим, пара только начала встречаться, и как-то разговор поднимется о переходе на новый уровень в этой паре. Угу. А в семье, если какие-то мужеженские уже отношения семейные, то, возможно, какой-то переход на новый уровень, да? Я беременна, у нас будет ребенок, там первый, второй, третий, десятый, ну и так далее. Там у нашего ребенка будет скоро день рождения, давай обсудим, как мы его будем справлять. То есть какой-то вот такой, знаете, более делового характера, который потребует, ну, четких расстановок, а как мы будем дальше друг другу позиционировать. Дальше про финансы однозначно тень хорош, про доходы-расходы все то же самое, осторожность, зависимости, помним, да, тройка, она в низменном проявлении в зависимости уводит. Все, что касается игромании, шопомании и так далее. Яркость, духовность однозначно тройка любит, когда человек начинает глубину вот этой духовности познавать, яркость жизни. Ну, яркость только может именно проиграться, если вы наконец-то, ну, если вдруг вы решите поехать куда-то за границу, потому что тройка, она любит за границу, не исключено, что вообще просто посмотреть какие-то другие заграничные или, скажем, вообще очень далекие земли. Почему бы и нет? То есть яркость уже вот тут может проиграться. Ну и то, что золотые руки, яркость, да, вдруг вы что-то такое творческое сотворите, и это, ну, это будет ярко, да, ну, в общем-то, нет, попробуйте. А здесь уже меточка, помните, да, я говорила, две единички, говорящие о том, что надо себя хвалить. А, листаем на начало видео, еще раз слушаем, что же это такое, как же себя хвалить. А, все, это я объяснила, едем в пятницу, Венера. Ну, такая сложная Венера будет у нас в пятницу. Венера – это все, что за любовь, за творчество, за какие-то мягкости, за красоту, за творчество. А тут проиграются довольно-таки, ну, жесткие циферки, очень сильно. 13.4 проиграется, да, вот эта лень. Проиграется 14.5 – это наслаждение своего тела. Листаем на начало, смотрим, как с этим бороться. А Венера, не обожритесь, ради бога, да, то есть Венера, она в минусе, как раз-таки уносит человека на обжорство, причем сладким, есть такое дело. Кстати, имейте в виду, тройка, Юпитер тоже очень любит обжорство, и именно сладким. Венера тоже любит сладкое. Четвертое число, то, что это революционерский настрой, это Раху, это иллюзии, это какие-то фантазии, которые не имеют никакой вообще материальной подоплеки, поэтому слушайте внимательно какие-то революционерские моменты, не совершайте, не подумав логически. Вроде бы, казалось бы, логика присутствует, а смысла нет, смысловой нагрузки. Или, скажем, знаете, как положить-то некуда. То есть хочу вот это, вот это, вот это, а поставить некуда вот то, что я хочу. Не готова еще база для того, чтобы вот то, что хочу, куда-то уже применить. Хорошо, окей. Поэтому подумайте. Иллюзии, иллюзии. Есть такое дело, и оно, смотрите, сколько раз проиграется, аж дважды. Вот эти иллюзии. Какие-то фантазии, иллюзии, какой-то революционерский настрой. В общем, явно не пятничный. Это, знаете, еще может как проиграться наслаждение телом, похоть. Это может проиграться сильно похотью. Это может проиграться сумасшествие с какими-то татуировками и пирсингами. Тоже какой вариант. Вам в помощь в этот день будет, знаете, меточка стоит 5.5, дважды Меркурий, говорящий о том, что есть возможность бегом исправить ситуацию. Прям бегом. Прям вот быстро-пребыстро. Легко исправить ситуацию тоже сюда же. Как-то на шутку все свести. Применяйте. Где-то вы в прошлом уже это применяли, и поэтому сейчас это можно просто достать из памяти. Поехали по секторам. Здоровье, да, то есть не исключено, что утянет именно какие-то физические нагрузки, да, то есть переиграете с железом. Кстати, два дня подряд все, что связано с физкультурой, может у вас проиграться. Не забалуйте, не сходите с ума. И метка дважды подряд. Осторожнее. В общем, с телом и с физкультурой поосторожнее. В пятницу и в субботу будет то же самое. Так, а с романтикой? Ну, сложно тут романтику-то. Тут больше похоти попахивает, чем романтикой. Ну, как-то вот так. На романтику здесь сложно как-то опереться. Окей, на дружеские отношения. Да, день совершенно не про отношения ни разу. Тут как бы, не, знаете, критика. Четверка в минусе – это все, что сплетни, критика,
обсуждение кого-то. И осторожней, да, вот, кстати, эти 2 дня подряд потребуют от нас говорить по-доброму. Говорить именно по-доброму. А умеете ли вы говорить по-доброму? Дальше, все, что финансирование, четверка в хорошем проявлении, это база, это выстраивание именно вот этой самой начальной площадки, да, на что мы как раз, то есть, грубо говоря, фундамент. Понимаете? То есть день для выстраивания фундамента в карьерном росте. То есть такая база, начало, основа. Не то, что уже я где-то там по карьерной лестнице полез, а именно на что эта лестница поставится. Насколько эта лестница будет жесткой, и чтобы эта лестница никуда не покачнулась. Ловили? Ок. Для доходов, расходов нужно будет привести в порядок все свои мотивации, логические вещи, просчеты, даже так скажем. День для логических просчетов. Это в пятницу. То есть чувствуете, вроде Венера, она даст помощь как-то гармонично, красиво все это приводить в порядок. Ок. Для развития, саморазвития. Но если только вы сделаете наконец-то анализ своей лени, то это, конечно, будет развитие. Если опять пропустите это анализирование и выводы, то развитие, ну, как знаете, садись двойка. В следующий раз тебя спросим уже в твоем объеме. Окей, дальше. Духовность. Духовность, то, что касается, опять-таки, саморазвития, если вы еще и проанализируете, сделаете выводы и будете на будущее применять результат, то это уже духовность. Яркость жизни. Ну, если только сплетни, вот только это могу сказать, яркость жизни. Ну, сложность для яркости жизни. Пятница, ну, как-то слабоватый день для яркости жизни. То есть какие-то развлечения здесь, это если только посплетничать. Если вам нравится, то имейте в виду, воздаяния прилетят моментально. Окей, едем дальше. Суббота, Сатурн. Ну вот хотя бы вот эти 2 дня, суббота и воскресенье, для романтики, они еще как-то сгодятся, потому что есть меточки для романтизма. А Сатурн, он за самодисциплину, за трудолюбие, за самодисциплину, самоконтроль. Поэтому в субботу без вот этой ответственности будет проиграться сильно, опять-таки, эта метка 14.5, которую я только что рассказывала, которую в начале ролика рассказывала, да, то есть злоупотребление удовольствиями своего тела, что даже проиграется 15.6 за шаг до, но будет возможность себя исцелить, потому что в прошлом, может быть, как бы вчера, есть меточка 4.4 в помощь опыт прошлых дней. Четверка – это научиться разговаривать по-доброму, это прислушиваться к интуиции, прислушиваться к своей вот этой чуйке и следить за состоянием своего тела. Четверка – она за тело, за интуицию и за логические какие-то вот эти фундаментальные вещи. Сложный день. В общем, суббота – сложный день для романтики, еще куда ни шло, можно применить. Если, конечно, все это с самодисциплиной, никого не оскорбляя, никого не обижая, не переводя на похоть и не применяя вот это вот на грани, то тогда для романтики будет неплохо. А так, осторожнее, может утащить на похоть, какие-то извращения даже порой. Осторожно. Окей. Настроение, да, здоровье. Суббота, 5-е число. Все будет стремительно, быстро. Настроение, ну, такое довольно-таки инфантильное, может в минусе проиграться, а в лучшем понимании, это, знаете, как из мультика «Маша и Медведь». Миш, когда клюет? А сейчас клюет, а вот так клюет, и так далее, и так далее. То есть любопытно все маленькому. Именно с какой-то вот этой вот легкостью, с любопытством день может поднять вам настроение. Ну, такие, знаете, ха-ха-хи-хи. Есть дело такое, романтизм, вот то, что я вам уже объяснила, за дружеские, не уходить на критиканство. И дружба, знаете, может завязаться легкая дружба или, скажем, какие-то споры разрешить более легко. Потому что, ну, пятерка проигрывается дважды, она и по судьбе, и по природе этого дня, будут какие-то вот эти вот легкости. Для финансового благосостояния пятерка, она любит предприимчивость, так как, еще раз говорю, пятерка дважды проиграется, предприимчивость любит. Не исключено, что у вас появится какая-то вот эта вот идея, как-то все это сгармонизировать какой-то предприимчивостью, да, какой-то вот это вот. А давайте мы вот этот карандашик не просто, а вот эти вот смех смехом, да, смотрите.
Вот что такого, да, вроде какие-то зазубринки, а карандаш уже совершенно по-другому выглядит. А тут просто как-то, ну, вырезали на карандаше, и он стал, ну, более интересный, чем простой карандаш другой. Ну, нет, ага, ну вот. Вроде такой же карандаш, а вот этот интереснее, да, из-за того, что зазубринки. Вот казалось бы. То есть я вот к тому, что вот маленькая какая-то деталь предприимчивая, и уже карандашик намного интереснее. Вот именно то, что предприимчивость. Поэтому для карьерного роста, вот для как-то работы, это день очень даже хорош. Субботу, тем более, Сатурн, он любит трудяг, работяг. Не столько он подарками одаривает, сколько, ну, просто не обижает, вот так скажем. Так, дальше. Доходы, расходы рассчитать есть возможность. Самореализация, ну, это вот пятерка, то, что все ему интересно маленькому. Возможно, какой-то будет интерес к чему-то новому. Так, дальше. Яркость жизни однозначно. Меркурий, он даст вам возможность как-то яркость этой жизни про это прочувствовать. Какие-то предприимчивые вещи, и вуаля, вот будет яркость. И духовность. Сатурн, он потянет на духовность, тоже имеет место быть. Едем в воскресенье, солнышко. Воскресенье, 6 число, вот уж прям меточка романтизма, во всей красе, проиграется, пользуйтесь. Что еще? Причем, знаете, осторожнее может быть тайная любовь. Или, скажем, заиграться с любовью. Потому что еще меточка есть 15-6, а 15-6 это за шаг до. Она может проиграться в любом из секторов, да, за шаг до в здоровье, за шаг до в романтических отношениях, за шаг до в дружеских отношениях, да, в финансовых каких-то своих делах, в расчетах, расходах, доходах. То есть за шаг до, осторожно, 15-6, меточка за шаг до, которая, конечно, научит вас исцелить ситуацию, и это будет, опять-таки, новый опыт, она маленькая, но все-таки имеет. А 16.7 – это перенаслаждение какими-то любовными утехами. Осторожненько. Ок, дальше. Знания потребуются, да, то есть у вас в прошлых днях вы какие-то получили знания, и они вам в помощь. Я не знаю, знания какого характера, естественно, для какого сектора вы это примените, но есть вот такая меточка, применяйте. Дальше, для здоровья это однозначно целительские какие-то практики над собой, я не про медитацию, а про целительские. Для романтизма не заиграйтесь с любовью, уж осторожненько. Для дружеских отношений, да, есть такое дело, можно и дружеские отношения, в принципе, тут главное не заиграться, ну, как я уже говорила. Для расчетов и карьеры, а вот здесь сложно что-либо, какие-то карьерные вещи. Единственное то, что воскресенье – день солнца, а солнце – это лидерские качества, то есть как хозяин воскресенье солнышко, он будет давать помощь нам энергии лидерских для женщин статусных, для мужчин, естественно, мужских качеств, да, лидерских, то карьера тоже имеет место быть, расчеты, доходы. Но солнце не любит как бы выполнять грязную работу, то, возможно, будет помощь со стороны, которые за вас рассчитают все эти расходы, доходы. И, знаете, такой... Ты плохо считаешь, ты не умеешь считать, так я сама посчитаю. Дайте-ка я сама себя исцелю, у меня прям совсем все так плохо. Ну вот так. И дальше у нас доход-расход сказала, саморазвитие. Ну, шестерка, высший пилотаж, это санживание, да, то есть есть такой навык у шестерки, это целительство. Не исключено, что вы получите знание нового метода какого-то исцеления себя любимого или, скажем, кого-то напротив, да, так как есть знак «золотые руки» в этот день, может быть, ручки почувствуете свои, да, как вы можете целить руками, то есть это массажики, да, да себе просто массажик шеи сделали, голова прошла, ребята, это 100% работает, поверьте, просто попробуйте. Какие-то знания вам же все равно придут, а вот так как есть меточка. Дальше, яркость жизни. Ну, солнышко – это за творческий потенциал, а за действительно теплые какие-то уютные вещи, так что какие-то яркости жизни могут быть такие солнечного порядка. В минусы – это проявление гордыни осторожненько. И причем ложной гордыни, ложного эго. Ну и духовность. Опять-таки, знания прошлых дней. Потому что тут троечка работает, как духовная составляющая, именно дежавю, возможно, и сюда. День неплохой. В общем, я смотрю по цифрам, воскресенье хороший день. И еще мне понравился в среду денечек. То есть, если для каких-то вот вещей, то
то рекомендации абсолютно по всем позициям хороши, дни хороши в среду и воскресенье. Но в любом случае, ребят, применять, если вы, допустим, собрались в пьяном состоянии за руль сесть, ну, тут хоть какой день, хоть трижды день хороший будет изначально, это однозначно как бы, ну, минусация кармы и воздаяние прилетит. Если вы собрались, я не знаю, там, ну, что-то такое плохое, то точно нехорошо. Если это позитивный ключ, настрой, то вот в среду и воскресенье. Вот на сим я закончу свой прогноз. Громадное спасибо за прослушивание. Не забудьте поставить свою реакцию. Мне будет очень приятно. И вам будет как бы, ну, воздаяние за то, что вы прослушали вот такой прогноз. Все, всем спасибо. Пока-пока. И до новых эфиров. До встречи. Пока.